Вот эта гора бетона – все, что осталось от старой площади. Уже месяц возле Дома культуры «Юбилейный» идет масштабный ремонт. Старую плитку решили не ремонтировать, постелили новую брусчатку. Старая площадь имела здесь покрытие декоративной стяжки. Ее многочисленные ремонты не приводили к результату. Поэтому было принято решение заменить полностью всю площадь. Работа начата около месяца назад и уже находится на стадии завершения. Прежде чем положить 1700 квадратных метров нового покрытия, бригада проделала большую подготовительную работу. Пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Для начала здесь были работы проведены, демонтаж старого основания, так как оно не подходило для монтажа и укладки плитки. Очень много выравнивали. Очень было много кропотливой работы. Был очень большой подъем, так как ровности по основанию не позволяли нам выполнять работу. Новая плитка толщиной 6 сантиметров. Такая подходит даже для езды автомобилей, без ущерба для покрытия. А это значит, что пешеходам новая брусчатка будет служить много лет. Кроме самой плитки, рабочие поменяли ливневки, бордюры, отремонтировали ступени, установили новые перила, приводят в порядок ограждение. Также в планах заменить лавочки и фонари. В ходе реконструкции было решено демонтировать старый неработающий фонтан. На его месте появилась зеленая зона с субтропическими растениями. Ремонт – это всегда хорошо. Площадь была старая, неизвестно, когда ее последний раз делали. Сейчас, естественно, лучше. Работы по реконструкции площади инициированы главой города Анатолием Пахомовым и уже выходят на финишную прямую. Завершить их планируют до конца месяца. Этого дня сочинцы ждут с нетерпением, ведь для жителей микрорайона Донской эта площадь – одно из любимых мест для отдыха с детьми. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Да, жители надо.